Хочу в преддверии 8 марта пожелать девушкам оставаться такими же заряженными, такими же красивыми и радовать мужчин своей любовью и заботой. Внимание нужно женщине. Любить ее надо. Кофе в постель, хотя бы 8-го. Любить надо женщину, остальное приложится. Женщина такой же человек, только красивее. Опять же, цветы. Песенку спеть, да, вот как девушке, да, я подошел, спела она, у-у, как хорошо. Ну, огней так много золотых на улицах Саратова. Ну, самое главное, наверное, забота, вот, чтобы девушка ни в чем не нуждалась, я чувствовал себя защищенным. Женщина за мужчиной в первую очередь должна быть как за стеной, а потом она в любом случае счастлива будет. Любить ее. Ну, это самое главное. А все остальное приложится. Ничего сложного не надо, просто иногда можно радовать ее какими-то маленькими даже подарками, куда-то отвезти, что-то новое. Допустим, вот сегодня мы решили выйти все вместе с ребятами и порадовать девушек в честь этого наступающего праздника 8 марта, подарить им цветы. Это, кстати, вам. Пожелаю девушкам оставаться такими же красивыми, такими же счастливыми, а все остальное будет. Просто любить, ухаживать. Потому что девушки это, ну, скажем, сами по себе нежные, красивые. Самое главное – любить их. Прежде всего, здоровье. Это сейчас очень важно. Будет здоровье, будет все, будет и настроение, и, в принципе, все будет хорошо. И благополучие семейное появится сразу же в этом плане. Хочу пожелать счастья, найти хороших мужей и побольше денег. Целовать чаще и любить. Ага. А что вы пожелали женщине? Любви, здоровья и красоты. Счастливый день женщин. Любви и крепкого здоровья.